Всех приветствую. Сегодня вышел снова померить для интересующихся. Может, интересно будет. Но это в первую очередь мне интересно, конечно. Опять наше энергетическое поле. Мультиметр видит. Это что-то похожее на статику, но это не статика. Итак, уважаемые зрители, кому не интересно смотреть дальше, я вкратце расскажу результаты. После первого зашунгичивания я сходил, замерял, там были очень показания высокие, в соборе где-то 150 микровольт, в этих двух церквях немножко поменьше. Затем я делал ролик, ходил там, показывал вокруг собора, делали гранитную дорожку. Возле Лифраункирхи тоже проводились какие-то работы подземные. И вот тут возле Бартини тоже поставили какое-то ограждение, напоминающее могилку. В данный момент там посадили уже елку. После этого я сходил, еще раз замерил. Показания были очень кривые. В соборе еще где-то 100 микровольт сохранились. А в Лифраункирхи были очень низкие. До 40 и 2,2 проскакивало. И после той прогулки, вот я когда домой пришел, у меня ощущение было, как будто я весь день физически отработал. В общем, чувствовалось, что с меня всю энергию просто высосали. Затем я, как обещал, еще раз зашунгитил. И вот в этот раз я сходил опять замерами. Правда, не получилось у меня тем же мультиметром померить. Мерил менее чувствительным мультиметром, но в данный момент все показания выровнялись, были примерно 80-100 микровольт. В общем, везде они были примерно одинаковые. Дело в том, что Александр, канал «Только в плюс», о Шунгите много рассказывает и вообще, как энергию у нас собирают. Кому интересно, ссылка будет в описании, переходите, посмотрите. Ну и кому дальше интересно, можете посмотреть, что мы там увидели с другом. Также я взял сегодня с собой фонарик, чтобы рассмотреть ту решетку внутри интересную. Я так не нашел там ни клепок, ни сварки, как это там все скреплено. Я хочу внимательно рассмотреть. Ну и сейчас подойдем, сразу покажу одно окно интересное. Ни разу я там дна не рассмотрел. Сейчас, может быть, если попробую увеличить, в смысле, мощность полную на фонарике, то, может быть, разгляжу. Вот это, конечно, мне непонятная пристройка. Такое, такому древнему зданию вот такое приделали. Как бы, ну, кому-то, наверное, нравится такое. Но явно не мне. Старинное и современное. Как это сочетается? Ну, честно говоря, я вижу одни углы, прямоугольники, и совершенно непривлекательна вот эта стена. Вот, посмотрите на то здание, тоже, я думаю, с тех же времен, наверное, что и собор, по крайней мере, так подозреваю. Ну, этажи там под землей тоже, как всегда, интересный вопрос только, на какую глубину. Так, что у нас тут? Людей не вижу, но открыто. По крайней мере, с этой стороны открыто. С этой стороны не знаю. Последнее время было все время центральный вход открытый. В Магдебурге там, конечно, кого-то положили. Там центральный вход вообще не открывается. Сейчас я достану сразу фонарик. К этому окну уже подхожу, интересно, но... Это мне говорили, что там подвал. Ну, в общем-то, все давно интересующиеся знают, что везде все под землей. Ой-ой-ой, да там не 4, ну 4 как минимум, я думаю. На камеру я сомневаюсь, что это видно вам, но можете мне поверить. В общем, окно только вот само, верхняя часть, оно где-то на глубине метр. Ну, близко, по крайней мере, к метру. И там еще метра 4, наверное, до потолка. Ну, правильно, мне сотрудники сказали, что вот как там, вот в этом, за вот этой вот, тут, по-моему, музей у нас, да? Там дворик есть.
А не, музей на втором этаже. Там есть дворик и, в общем, высота такая же. Ну, там где-то метра близко к 4, точно около 4 метров. Сейчас я подожду друга. Ну вот, потом хочу на почту сходить еще раз. Да. Там дверь где-то на, ну, в общем, пол на глубине 3 метра. Если, конечно, двор там не закрытый. Сегодня воскресенье, может быть, закрытый двор. И посмотрим, что там. Дело в том, что кто интересуется, вообще очень хорошо посмотреть Италию. В Италии там раскопки. Этот Колизей откапывался. И все остальное. Так, все что ли? Сколько у нас время? Ага. 2:30. Ну вот тут. Тут явно вот эта часть приделывалась. Ну, как бы по истории так и есть. Что вот эта правая часть от меня, она позже была приделана. И там вон видно. Сейчас приближу. Как бы. Сводчатый потолок, вот что-то там сводчатое туда уходит в стену. Остаток какой-то виднеется. Сейчас сделаю какой-нибудь кадр. Может, что-нибудь получится интересное. Так, сегодня с фонариком рассматриваем, стоим, как это все было сделано. В общем, нету тут ни клепок, ни сварки. Вот этот как стакан, и там внутри вот этот древний какой-то интересный свинец, похожий на свинец. Вот там залито все внутри. В общем, все довольно мертво сделано. Сейчас на второй, по-моему, лучше это видно. Да, вот здесь вот верхняя часть обломанная. И здесь это лучше можно рассмотреть. Я там ножом немножко поковырял. И похоже, что-то вроде свинца, что ли, как залито это дело. В общем, их сначала сделали все, а потом это все в кучу собрали и чем-то залили, похожим на свинец. Но тут, опять же, еще спираль даже отсутствует, да, видишь? Тут не хватает частей. Причем целая куча частей не хватает. Сейчас еще раз тут для сравнения. Ну, в общем, как минимум половины на той не хватает, на левой. Спирали вот этих верхних частей всех не хватает. Но принцип один и тот же изготовления. Сейчас мы еще внимательно посмотрим, вообще это изначально отсюда было или нет. Или просто притащили отсюда и поставили сюда. Вот интересный замок такой еще. Вот, ну, его явно позже сюда прицепили. Такое впечатление, что он не отсюда, потому что все на заклепках, а крепится он, дай-ка сюда, он на болтах уже к самой. Вот тут 2 болта, тут болт, 4 болта. 2 побольше, 8-ки, похоже, 2 6-ки. Он явно не отсюда был. И вот эти вот 2 верхние мы еще раз рассмотрели, их они, оказывается, немножко разные. Они отличаются, хотя тут большей части не хватает, а на второй тоже не хватает частей. Их тут все по 3 было. Вот этих 3. А вот этих 3 штуки. Так, 2, 3, а, или все тут. Тут вроде все. Что-то не хватало же, вроде смотрели. Не, наверное, не так посмотрели. Тут вроде все хватает. Но принцип один и тот же. Вот тут еще одна интересная. Она вообще просто похожа кольцом, скрепленная вот этим вот. То есть это все собрали в кучку и потом вот этим кольцом закрепили. Интересная, конечно, решетка. Сейчас мы ее еще рассмотрим. Отсюда она? Нет.
Ну, тут, в общем-то, к бабке не ходи, тут с фонариком хорошо видно, это уже свежий металл, это все свежее, так себе сделано, плюс сварка, и все вот к этой решетке, к старинной, прикрепили ее сюда, в общем-то. Эта решетка изначально явно не отсюда. Работа тут, конечно, у кузнеца была очень прикольная. Даже вот такие тонкие, очень тонкие лепесточки, представляете? Тут даже миллиметра жести нету. Они вот как лепесточками сделаны. И плюс еще выкованные, да? Ну, вырезанные, может быть, и приклепанные. Прикольно. Окно. В никуда. Там целая стена еще за окном. Прикольно. Была решетка когда-то, вон остатки железа по краям торчат. И повсюду, как всегда, магнетроны. Технологии литья прям на лицо кругом. Вот опять этот свинец там залитый, вставлено сюда металлическое, у него непонятно что это, трость. Снизу она заостренная как ломик, сверху по-другому. Явно это уже зачищено все. И тут вставка мраморная. Вопрос только, это искусственный мрамор или натуральный, но явно мрамор. Интересно. Так, что-то у меня мультиметр на улице ничего не показал, совсем перестал работать. Придется, наверное, еще идти мультиметр менять. Даже замерить не смог. Вот эта часть к собору, пристроенная по истории как бы позже, ну вот это подтверждает уже совсем другая технология. Вон камни, посмотрите, какие в соборе и какие здесь. Небо и земля. В общем, лепили из того, что могли. Вот тоже интересно, деревянное все сделано, но явно позже. И вот тут сохранилась одна часть, ее сюда вставочку сделали. Искусственный мрамор. Явно искусственный мрамор. Это, наверное, все, что сохранилось. Я тут как только не пытался отснять этот орган. К сожалению, освещение не позволяет, во-первых. Но глазами-то я вижу. Это такое серьезное произведение искусства. И это очень хочется вблизи рассмотреть, но никак не получается. Как бы я ни старался. Но это действительно работа. Просто обалдеть. Но съемки тут, конечно,
из-за плохого освещения очень-очень проблематичны. Я даже вот то, что вижу, я понимаю, что этого я не смогу на видео увидеть. Ну, как бы видно, но не то это все. Все это не то. И там, причем до самого верха, это просто жесть. Ну и, конечно, камера, это не камера, блин, она не позволяет все это передать, к сожалению. Вот мы в соборе снова. Тут мультиметр у меня отказал работать, причем, как бы, интересно, странно. Опять я заряжаюсь. Смотри, повышение идет, да? То понижение, то опять повышение. А ну-ка, если... Вот так. Так, ну если придавить посильней. О, что-то падать наоборот начало. А ну просто вот возьму, вот так взял. Ничего делать не буду. До этого только 180 проскакивало, да? А ну, по новой. Придаем. Интересно. А ну, поменяем руки. Плюс возьмем в левую. Меньше показателей. Плюс правую. Нет, 70, вот все. До этого только было 180. Интересно, непонятно, что-то сегодня происходит. Сейчас пойдем в Липфраункирхе, там проверим. К сожалению, опоздали. Липфраункирхе закрыли. Ну, я тут рядышком сел, вот на лавочке, прям под стеной. Тот мультиметр у меня гораздо чувствительней. И он показывал здесь максимум 40. А это вот происходит после того, как я зашунгитель. Но, к сожалению, прибор теперь другой. Этот менее чувствительный, но тем не менее. Вот такой вот результат. Так, надо... Сейчас мы пойдем тут камень интересный и попробуем на нем измерить. Это тот гранит, прямоугольник изрезанный. Мы прям на нем... хотим попробовать, потому что на том камне возле собора у меня, я пытался замерить, у меня какой-то всплеск был, и мультиметр просто перестал работать. Так, в этот раз я хитрый, я сначала решил включить камеру на этом камне, потому что на том камне тот мультиметр у меня что-то там вспыхнул и перестал работать. Ну, в принципе, примерно то же самое, да? Сейчас мы пойдем еще к собору и вот на том камне попробуем снять. А еще можно на этих, которые евреям, вот эти торчащие камни, да? На них попробовать снять. Ну, как бы, где-то близко, в одном районе, да? Это, чтобы понятно было, на чем я это делаю. Это вот этот камень, который тут хитрым образом положен именно вот на те торчащие камни возле собора, которые как памятник вроде евреям, вот прям где-то вот там точно. Ну еще разок сюда пришел, это тем, кто там в официальную историю верит. А там даже сегодня свет попадает. Сколько тут? Ну, 3 метра минимум, да? Как минимум, да. Ну, понимаешь, там опять же все бетоном залито. Там не факт, что под этим этажом еще внутри есть один этаж. Как бы вполне возможно и такое.
Вот, да-да. В Магдебурге смотрел, там вот везде, где вот эти своды, вот эти вот, а там везде кольца. Тут везде вон вижу отверстия и на потолке, но в данный момент где-то вот лампочки повешали. А вот где своды тут ниже, тут нету, они везде. В общем, это представить, если там висели, допустим, какие-то кристаллы напротив каждого окна, и вот здесь напротив каждого окна, и там напротив каждого. Плюс, если представить, что те окна были чистые, не как вот сейчас там вот это вот все нарисовано, и плюс вот это было все не заложено, ну... Я так просто немножко себе могу представлять, какая тут игра света была в солнечную погоду. Просто тут что-то было невероятное. Ну, конечно, в Магдебурге это все, наверное, было еще круче. Но тут, похоже, тоже было очень все интересно, неплохо.